Привет. Меня зовут Лyaman Yusifli. Я азербайджанка. Вся моя семья – азербайджанцы. Мои прадеды, мои прабабушки. Они все уроженцы Азербайджана, чем я очень горжусь. Я родилась в 88 году в Баку. Я никогда не забуду кадры 90-х, когда показывали страшные изуродованные трупы детей, женщин, стариков в оккупированном армянами Карабахе. Потому что карабахи не просто воевали с военными, нет. Они нападали на мирных жителей, уродовали их тела, насиловали, убивали детей, вырезали их органы. Я до сих пор помню эти кадры, я никогда их не забуду. Да, армяне жили в Карабахе, что есть очень нормально. В каждой стране живут другие национальности, это нормально. В Азербайджане огромное количество других национальностей, которые проживают и по сей день. Но никто из них не говорит, что это их земля. Мне прекрасно знать, что они живут в Азербайджане. Точно так же азербайджанцы живут во всем мире. И никогда, никогда не будут претендовать на то, что это их земля. И почему-то армяне решили, что раз они живут в Карабахе, который граничит с Арменией, что нормально абсолютно, они вдруг решили, что Карабах – это их земля. На каком основании – непонятно. В Карабахе и за всю историю Карабаха нет ни одного факта, нет ни одного культурного наследия от армян. Карабах славится на весь мир своими коврами. Я об этом делилась вчера вечером. И буду делиться еще больше, и не только коврами. Во всех музеях Европы можно увидеть комнату, которая посвящена азербайджанским коврам. И в первом ряду там обязательно будут карабахские ковры. Само слово «Карабах» — это же означает «черный сад». Я хочу, чтобы мои друзья из СНГ просто были более внимательны и не слушали лживую информацию, которой делится армянская агрессивная пропаганда, у которых есть такое лицо, как Ким Кардашьян. Карабах — это Азербайджан, мои друзья. Сделайте свое расследование, прогуглите Карабах, прогуглите Карабахское ханство. Посмотрите на фотографию Карабаха до войны, потому что после войны, к сожалению, армяне практически уничтожили все. Не осталось ничего, можно сказать. Но дай бог, мы обязательно это все восстановим. Карабах — это Азербайджан. Хочу, чтобы все это знали. Карабах — это карабахские ковры, это музыка, это мугам, это Хуршидбану Наталан, это поэты, это наш композитор Узейр Гаджибеков. А что есть карабахского у армян? Можно узнать? Ничего. Абсолютно. Я очень прошу, прослушайте это видео, сделайте свое расследование, прогуглите, что такое Карабах, и вы сами все поймете.